Привет. Как дела? Да, окей. Волшебненько дела. У тебя как? Да тоже. Что у тебя тут? Женщины были? Я этим воспитателем работаю. Где? В лагере. Там не работаешь больше? Ну нет, вот при школе лагеря сейчас есть. Сегодня выпускной, тут полиция охраняет. Потом еще яблоньку сходим с тобой, снимем. А там расцвела. А может быть и здесь есть. Ты на сколько поедешь? На 2 недели. Путевку взял уже, да? Ну вот завтра будем подтверждать. А летал ты откуда? С Сургута улетал или? Да, с Сургута. Ну тогда что-то потом с Сургута отменяли там. С Екатеринбурга, еще с Тюмени. Я вот с Екатеринбурга буду. Вы на поезде поедете, на самолете? На машине. На машине? Машину там оставить просто? Да, вообще это идеальный вариант. Я вот так делал, но только я в Сургут ездил. Когда я на машине ехал в Сургуте, там ее оставлял в аэропорту, там в лесочке. И все. Потом прилетел обратно на машину, сел и доехал до Ивановска. Вообще удобно. Вот выпускники так сейчас радуются. Дальше-то только пи***ц у них будет. Да. А ты в каком турагентстве? Джин Тревел, короче. В демоцентре. Сколько стоит? 104 тысячи вроде. На двоих? Да вообще нормально. С тем поговорил. Особенно если иностранцев, вообще интересно. Вот. А в Турции там, не знаю, что-то как-то... Я хоть и не был там, и по рассказам, то что тот же самый Крым, только с обслуживанием лучше. С другой стороны. Да. Вон, мы в Одессе были когда. Там вот прям вот видно ночью, как огни фонарей Турции светятся. По-моему, я тоже в детстве видел. Да. Тогда в лагере был, в Орленке. Нам что-то говорили об этом вожатые. Просто в Турции сколько оно? 160 тысяч. Еще за 160 тысяч на камнях лежать вот этих. Не знаю. Ну да, там как бы 5 звезд вроде там все дела, ну. Там, если я не собираюсь в отеле лежать, я. Родительский патруль. На выпускной. С собаками тоже. С ищейками. Смена 8М. Сейчас в Нефтеюганске плюс 20, облачно с прояснениями. Так, слушайте, четвертый отряд, слушайте, как вести себя на воде в летнее время? Да, давай. Возле речки или возле озера или на море? А? Как это не нужно? Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду. Да, если я свалюсь, то я щучкой прыгну вниз. Не ныряйте в незнакомых местах. Неизвестно, что там может оказаться на дне. А вдруг? Не используйте для плавания самодельное устройство. Они могут не выдержать ваш вес и перевернуться. Вот черепахи. Плот делали? Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах. Запомнили? Следующее. Перед купальным сезоном обязательно посетите врача. Посетили?
На улицу была. Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Дарья, ты запомнила? Да. Что? Почему не слушаешь? А я слушаю. Я слушаю. А? Нельзя воду без больницы прыгать. Не купайтесь в штормовую погоду, берегитесь волны. Тут даже тепла не будет, чтобы сходить покупаться, то есть только в бассейн. А там вон волны откуда. Доброе утро. Там некоторые поворачиваются, я не поворачиваю. Я вот так. Сегодня 26 градусов будет. Доброе утро. Привет. Вот на скейте кататься учусь. Здравствуйте. Ты окей? Угу. Вот я тебе. Дайте, дайте мне зайти кого-то. Кого-то. Больше? Там на Да, губка отлепилась китайская, значит. Да, из Галамарта же. Сергей Алексеевич, это круассан по-русски. Круассан? Это круассан по-русски. Погулять. На площадку? Да. Сюда. Сходим на могилу. Нет. Кто здесь похоронен? Жора и Жека. И недавно у них была свадьба. Вот. Жека. Жека это его дитя. Свадьба была в начале. Вот. Появился ребенок. Жека там еще кто-то еще. Жека умер. Жени. Жека умер. Жека, вот это. Жека умер. А Жора тоже. Это дело на меня? Да. Нет, и на и вас, и на Кирилла. На Кирилла? Да, и на вас, и на Кирилла. А Кирилл что сотворил? То есть это была могильная плита, а сейчас уже это дело на Иннокентия Алексеевича? Нет, это изначально было дело. Что у нас на обед сегодня? Суп и винегрет, а еще рис с курицей.